Международный турнир по греко-римской борьбе памяти Ивана Толмачева прошел в зале СКА. Иван Григорьевич был основателем этого вида спорта в Одессе. Он начинал тренировать после Второй мировой, воспитал целую плеяду титулованных чемпионов и тренеров. Соревнования в его честь последние несколько лет традиционно проводятся в нашем городе, собирают десятки команд с разных регионов Украины и стран ближнего зарубежья. Толмачев Иван Григорьевич – это личность греко-римской борьбы. Он один из основателей этого вида спорта. О корифеях одесской борьбы можно говорить много. Их большая плеяда. Мы им очень благодарны. Продолжаем это дело. Галицкий Александр Михайлович вложил огромную лепту. Президент федерации. Его уже нет с нами. Но дело его продолжается. Вот. И мы проводили чемпионаты Европы, мира, филовские турниры с его помощью. И сейчас это все продолжается. Турнир по греко-римской борьбе среди детей и юношей собрал 365 борцов из разных областей Украины. Также приехали 6 команд из Молдовы. Участники боролись 2 дня сразу на 3 коврах. Для юных спортсменов такие турниры необходимы. Они не только дают опыт и практику, но и позволяют пообщаться с ветеранами и узнать больше об истории этого вида спорта. В марте в Одессе ожидается еще один турнир памяти легендарного борца Константина Пульчо. Естественно, пытаются привлечь как можно больше меценатов, спонсоров. Вот я могу сказать, Олимпийский старт, очень общественная организация помогает очень хорошо, конкретно детям помогает. И вообще даже не только детям, и взрослым спортсменам, которые выступают на официальных соревнованиях, чемпионатах Украины, Европы, мира. Но эта организация везде пытается нам помочь. Хочется очень сильно отметить, что спорт в целом у нас растет. И я хочу сказать, так как наша организация занимается греко-римской, а также и развитием бокса, и хочу всех порадовать, что грядут большие перемены в мире бокса Одесской области. И я глубоко уверен, что эти перемены в лучшую сторону. Совсем скоро мы их увидим.